И если вчера еще те части территории Румынии, которые просто не знали, что такое быть под прицелом, ну, сегодня придется нам произвести определенные действия, которые будут обеспечивать нашу безопасность. Повторяю, это ответные действия, ответные. Мы не предпринимаем никаких первых шагов. То же самое будет и в Польше. Будем ждать, пока в Польше будут проведены определенные действия. Ничего делать не будем, ничего. До тех пор, пока не увидим ракет на сопредельной территории. Ну а какие возможности у нас есть? Вы видели, весь мир видел наши возможности по ракетам средней дальности, морского, воздушного базирования. Мы ничего не нарушаем. Ну и наземные комплексы до 500 километров «Искандера» тоже себя блестяще зарекомендовали.